В Воронеже сотрудники госавтоинспекции вновь напомнили о безопасности на дорогах. Для этого представители различных служб вместе с членами общественного совета при ОМВД России по городу Воронежу приехали в детский лагерь «Восток». Для ребят были организованы тематические площадки с использованием мобильного автогородка, где в игровой форме еще раз напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Подготовили компьютерные тесты, викторины и творческие мастерские, где из светоотражающей ленты можно было вырезать свой собственный опознавательный знак и стать ярким и заметным в свете фар. Плюс ко всему, мальчишки и девчонки смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля и познакомиться со всеми системами спецмашины. Кстати, в этот раз на помощь госавтоинспекции пришли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и участковой уполномоченной полиции. Они рассказали, как уберечь себя и родных от мошенников, как не стать жертвой хулиганов и что делать, если беда все же случилась. Данное мероприятие проходит под названием «Лето в безопасности». И наша основная задача – помочь вспомнить детям правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Так как уже буквально через месяц самые юные участники дорожного движения вернутся в школу, в свои классы, и нужно, чтобы они, отвыкнув от интенсивного движения, потихонечку уже восстанавливали свои навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Несмотря на игровую форму викторины, полицейские просят помнить, что в любой аварии с юными участниками дорожного движения всегда и везде, прежде всего, виноваты взрослые. Потому что, выезжая на дороге общего пользования, водитель несет ответственность не только за свою безопасность и жизнь, но и за здоровье всех участников дорожного движения.